Привет, друзья. Такая тема. Имеется термос из нержавеющей стали, но пользоваться им, к сожалению, нельзя. Благоверная потеряла пробочку. Нужно делать новую. Лучше всего пробку сделать из пробки. Когда-то в Киевском ботаническом саду росло пробковое дерево. И вот что от него осталось. К сожалению, кусочек маленький. Хотя бы на 1 сантиметр больше. Тогда бы, может, что-то и получилось бы. Можно сделать из дерева. Но оно набухнет, и пробочку нельзя будет вытащить из этого термоса. Попробую сделать из эбонита. Проточу, сделаю канавочку, вставлю прокладочку из силикона. Да, кстати, народ спрашивает, где взять силикон. Я беру на Петровке. По выходным мужичок продает вот такие кружочки, но они с дырочками по центру и 4 по кругу. Сейчас возьму кусочек немножко побольше, отрежу и из него сделаю. Зажимаем то. Отрезаем то. Мотыляет сильно. Сначала проточу, затем переверну. Мотыляет, но немножко меньше. Теперь вырежем прокладочку. Вот такая просечка. Прижимаем то.
проворачиваем. Опа. Прокладочка. Сейчас будет готово. Так, ножнички. Вырезаем. Пока так. Немножко подровняем. Теперь оденем ее вот сюда. Нормальненько. Сюда установим шлиф-машинку. Затянем гаечкой. И вставим вот такую фиговинку. Обороты максимальные. Теперь мы это снимем и перевернем. Кажись, финиш. Теперь можно и отрезать. Резец коротенький. Ломать не будем. А теперь будем. Можно и не шлифовать. И вот что у нас получилось. Теперь проверим. Вставляем. Очень плотно. Нормалек. Нормалек. Опаньки. Ай да я, ай да бывший токарь. Это я не учел. Сейчас подровняем. Зажиманка. Отрезаем 13 миллиметров. 13 миллиметров это вот здесь. Финиш.
получилось не совсем так, как было задумано. Ну, очевидно, потому что задумано было неправильно. Теперь тестируем. В термос налил кипяточек. Закрыл ванту. Теперь взболтаем. Если взболтать кипяток, то давление поднимется. И получится вот что. Ё-моё, блин. Что-то я не учел. Теперь нормально. Так, переворачиваем. Не протекает? Не протекает. Все просто замечательно. Закрываем крышечку. И вот такая красота. Тра-та-та. Тра-та-та. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока.